Здравствуйте, друзья. Хочу сказать, что как-то мы привыкли, что Калифорния, если сравнивать ее экономику по размерам с экономикой других государств, прямо государств, не штатов, а государств, то вот сколько я себя помню, Калифорния была 7-й экономикой мира, уступая там каким-то странам. И тут вдруг, значит, вчера публикация в Блумберге, и пишут, что мы теперь 6-е. Мы теперь 6-е, отжав Францию с 6-го места. И произошло это там, ну, частично это произошло за счет того, что растет, значит, валовый там продукт. Но, с другой стороны, это произошло за счет того, что дополнительный фактор, курс доллара как бы менялся вот в такую сторону по отношению к евро, что как бы получается, что больше стало. Вот, так что вот эти два фактора вместе, получилось, что Калифорния теперь на 6-м месте. Там, в этой статейке, если вам интересно будет, вы можете почитать, там было еще несколько фактов интересных, в частности, вот что из 10 крупнейших корпораций мира, 4 оказывается в Калифорнии. Ну и, соответственно, конечно, рост объемов таких компаний, как Google и Facebook, и Apple, и, в общем, вы понимаете, о чем идет речь, вот как бы за счет технологического сектора, и не только, тут же и сельское хозяйство очень мощное, и микробиологическое, промышленность фармацевтическая и так далее, много чего, много секторов экономики, поэтому, друзья, я вас всех поздравляю. Вы можете сказать, а какое наше дело, нас-то чего поздравлять? Ну, в целом новость-то хорошая же, но вот Францию отжали, уже хорошо. А у них как раз там чемпионат мира по футболу. Понимаете, какой удар по французской сборной. Вот, ну я шучу, конечно. Интересная новость, интересная фишечка калифорнийская. Интересный рост. Там есть данные по росту валового продукта в Калифорнии за год. Там, по-моему, 4,2%. Я так по памяти цитирую. Но достаточно много. Это больше, чем любой другой штат Соединенных Штатов. Поэтому, когда говорят там что-то, Калифорния то, Калифорния сё, у всего есть цена. Да, дорогая. Да, там местами дорогая. Там, где зарабатывают много, там дорогая. Но вот, тем не менее, какой-то такой процесс идет. Счастливо!